Я думаю, каждого человека интересует вопрос, подвеска какого автомобиля наиболее надежная. У меня два автомобиля. GX, Jeep 470 Lexus и LS 430 седан. И хотелось бы сравнить подвеску, которую я поменял. Седан 2002 года, джип 2004 года. И вот смотрите, когда сменили подвеску у джипа, она вот такая. Два пневмобаллона сзади держат. И вот такие вот амортизаторики передние и задние. Амортизаторы на седане LS 430. Смотрите, какие они огромные, мощные, надежные амортизаторы на джип. Смотрите, тут что-то позакисало, пришлось все это отпиливать болгаркой, иначе не разобрать. И практически они действительно уже свое отходили. Баллоны. Вот здесь закисло. А что касается действительно резины, то она весьма и весьма надежная. Вот мы видим, немножко порепалась. Но она еще будет репаться, если машина 2004 года. Это ей уже 13 лет. Она еще примерно лет 5 будет репаться, но ходить. Но тем не менее, амортизаторы, значит, они еще более-менее тут целы. Но, как я сказал, машина начала пробиваться, стучать об отбойники. А так в целом они вроде бы выглядят ничего, но срок службы, увы, время делает свое дело. Они уже никуда не годятся. А теперь посмотрите на амортизаторы LS. Практически, смотрите, все целое. Что цера? В каком состоянии? Состояние намного лучше, нежели у джипа. Да? То есть они еще могут служить. Мощные, подкачивающие. Более того, сразу же они поднимают автомобиль на 4 сантиметра, если задается. Смотрим с этой стороны. Можно сказать, прекрасное состояние. Вот сейчас все это дело вставляй, и они еще будут ездить. То есть срок службы их еще не истек. Но тем не менее я почувствовал, что пора и их заменить. Смотрите, насколько состояние их лучше, насколько они мощнее, нежели с джипа. И машина 2002 года, пробежавшая 250 тысяч километров, еще может бежать и бежать. А вот что касается джипа, подвесочки его GX 470, машина, конечно, хорошая. Но что касается подвески, она здесь уступает амортизатором. Вот такое сравнение я хотел сделать, и думаю, что оно очень и очень наглядно. Поэтому, если есть седан у вас люксового класса, а тем более, если это Toyota или
что они будут ходить и ходить долго, надежно, радовать вас своими ходовыми качествами.